из аэропорта Кольцова, в районе Кольцова. И вот мы видим неопознанный летающий объект. В небе зависает. Или что это, самолет какой-то? Да самолет бы уже улетел. Что это за херня? Я вообще не понимаю. Просто в воздухе какая-то штука болтается. Мы сейчас к ней же ближе, получается, подъезжаем. Слушай, ну с виду самолет, но что-то он так медленно вообще это. Как будто вообще в другом каком-то измерении. Слушай, что вообще за чудеса? Да не самолет это. А что это такое? Да не знаю я, ты посмотри, это просто завис самолет, застрял в текстурах, как в ГТА. Сука. Это реально самолет. Ты звук медленно просто. Вот посмотрите на шапки деревьев, как он, сука, медленно летит. Что такое-то? Что это вообще такое, друзья? Привет. Он, может, падает, блин. Может, что-то ему хуево там. Да не, вряд ли. Сейчас он бы со скоростью падал. Сейчас как дым пойдет. Вот он, смотри, вот завис, видишь, как будто. Завис, как будто стоит воздух. Блять, ну ты охуел нахуй, ёпта. Слышь, твоя голова, ты мне ебала, блядь, перекрыл нахуй, ёпта. Смотри, случайно. О, блядь, завис. Ой. Ой. Висит. Ага. Реально висит на месте. Что с ним такое? Он висит. Это как-то жутковато. Это инсталляция такая? Он вообще не двигается. Я не знаю. Против ветра? Что это такое? Он не садится же, нет? Так и висит. О, повернул. Он вверх пошел. Поворачивай или вверх пошел? Охренеть! Как это он так висел? Он взлетает, поворачивает. В принципе, как стоит, но медленно двигается, видишь? Чувак, прикольно, стоит. Стоит на одном месте. Пипец. Нихуя не понял. Ну, очень интересно.